Сегодня более 24 тысяч алтайских школьников, выпускников 9 классов, проверят свои знания по русскому языку непривычным для многих способом в ходе устного собеседования. Это испытание станет допуском к государственной итоговой аттестации. Новый экзамен состоит из 4 заданий. Участники прочитают вслух предложенный текст, а после перескажут его. Также им нужно будет высказаться на одну из выбранных тем и выдержать дискуссию с преподавателем. На выполнение работы отводится в среднем 15 минут. Экзаменаторы оценят правильность интонации, полноту ответа, наличие речевых ошибок. Как отметили в региональном Минобре, экзамен ввели, чтобы проверить навыки самостоятельного мышления ребят. Результатом испытания для школьника станет зачет или незачет. У тех, кто не справится с собеседованием или пропустит сегодняшнее испытание по уважительной причине, будет возможность пройти его 13 марта и 6 мая.